Редкое для северных широт природное явление зафиксировано в окрестностях Санкт-Петербурга. По городу Колпино накануне вечером пронесся торнадо. Его сняли на мобильный телефон очевидцы. Смерч образовался внезапно во время сильной грозы. В одном из жилых кварталов атмосферный вихрь затянул в свою воронку припаркованные «Жигули». Во-во-во, идет сюда! Машину! Машину поднял! Смерч поднял автомобиль на 3 метра, перебросил через забор автостоянки и обрушил на другие машины. 6 из них были серьезно повреждены. По словам очевидцев, торнадо длился всего несколько секунд. Смотрю, черный какой-то такой темный столб поднимается от земли наверх туда. И все это закручивается. Просто удивительно было. Над Колпино это такое первый раз. Вообще даже, наверное, над Питером первый раз. Кроме того, ураганный ветер рвал электропровода, поварил несколько деревьев. Как сообщается, никто из жителей не пострадал.